Все, разойдитесь, останьте. Мозер, коника. Сейчас. Когда мобы появляются, сразу все, блядь, все бросили на. Ну, избежались под босса, все во фрейм босса, стали все в одно место. Даем массейвы и смо. Коника, мозер готовы? Это когда в кассу сбежаться, да, чтобы под боссом были? Когда мобы будут боссы? Я как раз лежу туда, кину. Может, получим. Попробуем. Ну как раз. Лужа, Массакра, Чеха, да, там все сейвы отдать. Но тут проблема в том, что надо еще на вторую пачку мобов, да. Артемия здесь? Да мы стакаем лужу, а там видно. Все да, мы тут. По готовности поехали. Мозер. Мозер, говорю, это два. Передо мной лужа появится. Спасибо вам. Урон. Где тут каст? Где Артемия сдох от стола? Диспыльте знак. Играй на себя босса. 65. Все под босса сбежались. Массаку дал, все баб, все дали купол ставили. Где, блять, купол? Стоит. Вот он. Блять, тоже купол поставил. Там, где, блять, никого в риде. Круто. Может быть еще ШВ прибавить сюда и тогда нормально. Я на бочке по 9 стаков. Антимагическую зону там холик. Вон еще один. Не поможет тебе примерно на седьмом мобе. Так, ага. Время появления мобов изменили. Не 60, а 65 секунд. ДБМ заработал, кстати, о птичках. Как половина рейда вызвала половину? Еврей опять жопу. Он кривой. Да. Допустим, полученный урон. Вот, кстати, да, а со вторым что делать будем? Ну, чешка, ладно, у меня откатится, например, а все остальные. У меня тоже откатится. Купол сколько откатится? 3 минуты. Блять, купол нет. Боже, полторы. Ну, лужа. А надо попробовать. Может быть. Мы половину так, потом половину следующего, потом половину ту, да, которая откатилась. Леша, я так понял, эти мобы идут к этому боссу, да? Да. А что если танку наоборот, ну, допустим, люди камнюют там, да, и танку подводить, если мобы, то есть люди по одному. Так, я релогу. Коват, не уводи с полубосса далеко. Нам приходится на край мини-круга становиться, чтобы тебя прохилить. Ты очень далеко уводишь босса. ДДшки тоже, кстати, не достают. Купол ДКшный нормально сказали. Там получил доска. Даже не по 1000 на весь рейд. Короче, ладно. Леворус он понижает до того, как вы получаете 20 000. После этого все. Ну вот было бы их 5 мобов, не 10, было бы нормально.
Короче, если там все немножко это не понимают ни хера. Короче, вот вам метка. Вот эту метку вы сбили. И купол там должен стоять в этой метке. Ты хочешь так же пробовать, да? Я хочу попробовать еще раз. Только чтобы все правильно ровно. Это самое. Леха, на второй-то раз-то что делать будем, если вы не отказываетесь. На второй раз есть чешки. Только мне интересно. Сейчас напряжено. Сейчас тогда. Че, про товара надо? Ваншот не отхилить своими чешками. Есть корень. А, я это, на 3% еще своего будет сейчас от щит. Про товар 12 секунд минус 30% по всему рейду надо. Серега, у тебя же еще колодец урон понижает по рейду. В радиусе. Да, кстати, было бы круто. Насколько там? Вот, одень 4Т4 навара. Ну давай, одену. Посмотрим. Только все сразу не сдавайте. Вон, гречку еще спекали, для прикола ради. Какая-то шли от меня. Понимаешь, если они будут в танках, на них лужи бросать. Так, сейчас мы попробуем сейчас со всеми сейвами, а потом глянем. А потом распределим сейвы и будем думать. Может, хп чуть-чуть поднять. Давай, я наконец пойму, как бы. Возможно, нам надо таланты перебить, чтобы выживаемость побольше. Типа, Леша, вот, мне метку забрал, так что отойди от тотемов. От тотемов отойдите, так, пожалуйста. Да, ты 4 одел. Так, 50%. Все готово. Полин, пошли прокачивать. Я сейчас хп. Ты хоть пушки-то одень. Сейчас не сработает, пойду в хп кидать усилки. Готовности пуля. Да, ближе, ближе. Прямо звездочку, да? Не достаю кого-то, ну что ж. Подойдите ближе. Отошли милики. Все отошли отсюда. Оп. Гречи подосрал. Знак огня 10 секунд. Нет, меньше. Стойте, кто там должен? Чего положить? Просто мне уже. Поднимите кого-то. Каст. Отошли. Потом все сбегаемся сюда под босс. Пламя 5 секунд. Сбегаемся уже. Убирайте. Все, давай сейвы. Ебать. Вот это. Сука, сила про товара, ебать, вот. И там лужа хилила. Торгу как стояли, торгу. Ебать, от хилу хилов просто, блядь, подпрыгнул, я ебу как. Стелс. Хули теперь когда что делать? Ну диспельси, мне нужен нас. Диспельси, чего? Салат забери. Все, поднимите на где-то. Классно, если мастер Павел отопился или нет? 10 стаков. Все стаков же нет. Сейчас будет не забрал. Я не успела лужина. Нет, тут без сейвов. Второй раз не получится. А второй раз надо по одному. Хорошие новости, ДБМ работает. Там либо весь бой, вот по одному, по два, то есть
это получается фулбой катить. Либо как в первый раз мы выжили? 30% купол, сколько КД и сколько 20%, сколько КД купол? Ну вообще босс полагает 4 танка. Ну вот смотри, два протовара, у одна ШВ, у протовара символ, хуимвол, вот эта вся хуйня, минута 45. То есть два протовара, это на каждые 10 мобов будет вот это ШВ. Остальные дефы еще надо. На первом у нас да. Какие были дефы? На первом? Давай массакр. Я не буду на первом туда ложить. Давай массакр давал? Да. Плюс моя массакр. Купол ДЦ, лужа ДК и твое ШВ. Лёш, мы были 100% хп, можно опустить до 50, это нормально будет. И сейвов часть оставить на второе. Что если... Сколько купол и КД? Адмирал, ты где там? 3 минуты. Да хуя. Только у тебя ШВ понижает урон. 30%. Символом больше. Нет. Символ просто КД на нее уменьшает. В танке. 30. Купол сколько поглощает? 25 по всем. Вообще не важно, какой урон. Короче, делаем как. На первом. Халат отдаешь массакру ты. Плюс отдаешь купол. Втором отдаю массакру я. Отдаешь свое ШВ. Угу. Плюс тейфобилка, типа дубовая кожа, зеленка и вся эта хуетень тоже прожимает. Смотри, Лёх, смотри, такая тема. Этот самый. Мне в танка тогда надо спикнуться, потому что там КД минута 45, а фурики КД 5 минут. То есть, вот сколько сейчас скажу. Он только на 15 секунд сет снижает, а в танке у меня символ и в талантах вкачано на минус 2 и там и там. Сейчас попробуем еще это. Меня дисплейте сразу, потому что я стаку лужу. Это важно. Вот про гречку говорит Вагабон, ты здраво, вот это вот, если у него 4-4 есть. Блять, не пойдем. 4 то допустим. 5 так. Итак, надо учиться 4. Весните, пожалуйста. Кават массакру дает. У ДК она видишь чем круче, тем что она 12 секунд идет. Ну там правда 15. КД у обоих по 2 минуты. Были бы у нас холипалы какие-то еще или ретрики, можно было бы у них спек сделать через сакру. Это вообще крутой класс. Так, ладно, мне интересно. Мастер ауру массакра и плюс купол ДЦ переживет ли это или нет? Лёх, смотри, если в результате уровень здоровья паладина падает ниже 20%, эффект пропадает, поэтому... Поднимите, пожалуйста, я релогнусь. А если еще друидов распределить в каждую группу, то еще будет и транк дел, ребят. Угу, кстати, круто. Я пока речь не идет. Так, я могу спекнуться в ванхоле с куполом своим и ДДшить буду, и купол будет, но ДПС убавится. Танков конечно. Желательно было одну группу кидать. Даю проверку. Лех, я релогаюсь, я ДБМ подписал, он заработал, сейчас и цикл добавил, сейчас я релогаюсь, чтобы цикл работал. Лёх, что во время массакра отдать, бабл или полтос? Ну, лучше полтос. Потому что эффект пропадет, если здоровье ниже 20%. Ну, ты же не будешь в этот момент танчить, босс. Нет. Я еще про товары могу давать вот такую тему, смотри. Сейчас линкану. Элбрил, адмирал, вас ждем. Вот такую тему. Я почти прогрузился. На кого-то 30. Прогрузился. Все, я готов. Ну это по танкам лучше давай. Танкам. Да и проверку.
но оно 10% агро снимает. Элбрил. Все, все здесь рассредоточились, так на позиционку. По готовности пуля. Ильеру с пула даю. Первый лёг купол ДЦшника, ещё и сакра твоя, да? Луковато сакра плюс этот мастер аура твоя. Каст. Пошли все. Еще один каст, потом под босса сбегаемся. Потом. Слегка его отведить, он уже почти плотно. Кават упал. Я вижу. Этот. Пена, поднимись. У меня нет. Кислый, так. Нет, минуты. Каст. Скажи, как забрать. Я готов забирать. Скоро, скоро будет кастовать. Вот кастует. Поднимите, блять, нет, массакру. Нахуй. Нет, не хватает. 25 купол не можешь нормально поставить. Купол задевал всех. Ну смотри, где он задевал всех, блядь. Я не в куполе стоял, но выжил, хуй знает. Я в куполе под дубовой кожей. Третий сайт. Купол стоит вот здесь, блядь, метка стоит вот здесь, блядь. Не, реально, купол ультра хуёвый вообще. Обосрал купол, блядь. Короче, я не понимаю, как умер Кават. Сапроты кончились еще при этом. У меня нет. Я все равно сдох, не купали в раз два. Ты чем он тебя захрелил? Атака. Давайте усилки в хп чуть-чуть. Крутая идея. Ну, Кават же должен был первую сакру давать, да? Его не было. Да. Вот его не было, это уже минус 20. Ты давал сакру или нет? Не успел. Ой, я встал, каску прожал и сдох. Блять, вот то, что он сдох, хуёво. Вставать еще раз. Адмирал, тебе, блять, основная задача забежать в звездочку, поставить купол. Там времени, ебаническое количество времени. А сколько КД у купола вот это сэшного? 3 минуты. 3 минуты. Понимаешь, если ты лажаешь, значит, блядь, это вайп. Ну, если почему, еще одного хила в ДЦ, то уже... людей вообще хп, ну, блядь, хреновая не идея. А во всех остальных, кто попадал, они не стояли нихуя. Ну, если две будет ДЦшки и два протовара, будет заебись. Такое себе. Ну, если бы он еще хилил ТЦ, было бы хорошо. Так, Лех, ДБМ на первую фазу полностью готов. Да нахуй тут ДБМ, если, блядь, тебе, блядь, одно задача. Я понимаю, я просто немножко не могу, блядь, на три сферы, сука, порваться. Выдумать, как его написать, блядь, следить его за костами. Вообще, забей на ДБМ, потом будешь разбираться. Потом будет просто... Тупая хуйня, конечно, но просто так скажу. А что если... Это, блядь... не буду лучше говорить. Кават много стаков не выдерживает. Его что-то бьет очень сильно, так что... Мне было 10 стаков, когда я упал. Ты говори, чтобы забрал я. На 7 стаках говори, когда забирать. Окей. Короче, я тут подумал, надо в стимурейд выбить клык с синдрынах. Дай тебе этот упор. Минуты КД. Отличный план. Еще можно всем ПВП тренинку надеть на ХП. Не-не, ПВП. Схема, что взять? Все, пафы, давай. Все, хватит лудить. Это я. Кого нету сопротов, перепейте. Вроде должны быть во всех. Элбрил.
все готовы на позиционку. Ладно, попозже. Все, поехали. Гера. Бага, дай поварам кулак. Говори, если что. Баст. Бойцем забирай. Элдрил, завис он, по-моему. Сервер не упал? Нет. Все нет. Встает. Каст. А, забирай. Готовьтесь, скоро активация. Боссы, под босса все. Активируется. Звездочку, быстрее, быстрее, быстрее. Бля, это как мы первый раз выжили? Все сейвы сдали. Ультра хуёвый купол опять просто был, наверное. Ну а чё было? Купол? Сакра была? Сакра была? Багамастер Аур был? Так, мастер Сакра. Ну, смотри, если они суммируются, к примеру, 25 плюс 20, это 45. А была бы у Кирзурга Инья с Око, было бы полегче, да? Кстати, там было за лузу. Да, Гевка? Что? Ну вот сейчас захило немножко. Не я хотела. Не услышал, но... Карин. Была бы у Кирсгор на 3, пламя пахнет, было бы полегче. Не помогло бы. Элбрила сейчас не хватило. Да там колодец надо туда, там колодец. Ну он умер, он завис. Бывает. Как я в прошлый раз тоже. Что, приплюсуем про товаровскую хуйню сюда, в первый каст. Ну, го 8 танков тогда, чё? 4 танка должно быть. Просто это. 2 про товара, 2 про товара. Просто тогда будем по-другому маленько делать. 3 ДЦ, 2 про товара, 2 про топава. Так, я так понимаю, роги выживают даже без сейва, правильно? Без сейвов не знаю, но сейв, даже вот которые сейчас дали, мы выжили. У меня до половины хп опустилось и все. У Роги этот же кто, он ложный выпад есть. Он 50%. Да, он потом сам. Моя вилка. Не вижу. Тут сложный выпад. Короче, у вас тогда будет немножко задача кое-какая. Проверить ренджу взрыва? Короче, смотрите. Ваша основная задача. У вас 2. Плюс монород. Мне надо, чтобы 3 моба взорвались позже, чем все остальные. Плюс Делор забанишь 1 моба. 4. То есть будет... Сразу не взорвется это, 10. А взорвется только это. 6. Вот, это круто. Я думаю, 6 мобов с этими сейф-обилками мы потеряем. И Казум одного забанишь. Казум одного, короче, Коника одному стан, Кот второму стан, одного Делорус бан и второго бан Казум. Вставайте, давайте баф. Но 6 это не серьезно. 6 плюс 4. Вообще идеально это 5-5. Но если 5-5, нам тогда нам нужно разливать ложь в одном месте, чтобы они как раз пачками доходили. 6 или 7 надо определиться сейчас будет.
как будет оно. Чтобы по 5-5, говорю, нужно сначала там в одном месте ложе разбить, потом в другом месте. Урон. Если оно будет все нормально, если оно будет все нормально, тогда мы, блядь, сделаем другую позиционку и будем все лужи ложить в одном месте. Мне кажется, вот это здравая тема. Так получится. И да, Лёх, кстати, да, вот эти перья он кидает не раз в 25 секунд, как писал, то есть, ну, 25 секунд плюс 5 это, а 20 секунд плюс 5 секунд коста. То есть раз в 25 секунд падение идет. Блять. Ты чем занимается он ДБМом? Вещь, конечно, хорошая. Не, мне просто интересно, а смогу ли я такую хуйню провернуть? На кого падает пламя, чтобы на того поставилась метка? То есть не как на человека, а как вот метка отобразилась как на пол, чтобы все знали, куда летит. Тут другая проблема, очень масштабная. Да, это понятно, это мы когда-нибудь ее решим. Все, поехали. Меня лучше хилит так же, как Рестер Друид. Благо, кулак, да? Ну, Рестер Друид, как-никак, сами ей ничего не давали. Я в звездочку колодец буду ставить все время. Блять, телефон. Короче, это, 4 моба оставляем, 6 взрываем. Все, подождите, отойду срочно. Ребята, подойдите. Это самое, перед пулом. Перед пулом к звездочке ближе, дам крик на хп. А то мне бегать каждому надо. Немножко поближе, ага. Потом разбежитесь, когда босс побежит к танку. Он разостокается с импом. Он лучше импа, немножко. Ну, только импа все равно перебьет, скорее всего. Нет, он перебивает импа, а когда он кончается, то имп включается. Ну, он сильнее. Лёша, я после трая отойду на пару минут. Нам всем президент позвонил. Угу. Мне кажется, знаешь, как было бы круто. Вот эта тема, типа, всех 10 хлопать, она как бы возможна в теории. Всё, пуляйте босса. Туда поехали. Тоже. И в этом вы пуляете, конечно, красиво. Готовьтесь. Ближе к боссу. Активируется. Могу замедлить там пару. Вообще похуй. Бля, почему? Некоторые сдохли, блядь, некоторые нет. Ну, сдохли, вот кто замедлял мобов? Один моб только остался. Нет, так два фонта сдохли. Блять. Раз. У меня адмирала Бернис. Зашибись тут лужи. Да, было пару стаков. Где-то просил. Если подними калат. Диспельте, пожалуйста. Каст. Ты
Чё под меня вынесли? 5 гречен. Бегите под босса. Всё, и нас не дохил. Да тут не дохил. Ну в прошлый раз лужа хилила, сейчас-то её нету. Ваншот не отхилишь. Это не ваншот. Толкового холипала. Ну тебе нужно и какой за... Какой это ваншот, посмотри. Ну посмотри, сколько тебе урона пришло за секунду. За миллисекунду. Первый раз. Ты не отхилишь столько. Первый раз идут два сейва и идет захил. То есть даже с сейвами все равно проходит урон. И вот это надо захилить. Вот линкольни да, урон это, сейчас. Это все равно сколько ненормальный урон, понимаешь? Мы на одних сейвах так не вытянем на крополях, на вот этих. Это не прохилить, это нужно на сейвах просто выживать. Посмотри, за 6 секунд у меня лужа нахилила 300 тысяч. И ты хочешь сказать, что это не дохил? Ты линкольни, сколько тебе урона прилетело, что ты умерла? За какой промежуток времени? Мне вот за последние полторы секунды прилетело три тычки по 20 лишним тысяч. Каждый полторы секунды, три тычки по 20 тысяч. Ты в 10 хилов это не отхилишь. Два лока. У меня каст идет, меня убивает сразу. Тихо, два лока мобов забанили. Да, я видел дом. Я еще одного закорневал. Но это второй раз вы говорите, а первый раз, когда сдохли там 5 человек, один моб только остался, то есть взорвались 9. Нет, там тоже 2 моба. Пробуй, я сейчас не буду на первый раз давать лужу, пробуй. Я тебе говорю, вот, блин, тебе Тригорн сказал. Я не спорю. За полторы секунды, 3 тычки, 20 секунд. Я сейчас попробую лужу туда не кидать. Я еще, что хочу сказать, ребят, вот то, что спрашиваете, кто-то умирает, кто-то нет. А может кто-то просто дебаф ловит? Служен, ведь урон от огня увеличивает, а потом умираете, типа там, все такое. Есть такое. Типа вы просто, может, даже не видите, что вы дебаф словили, и как на джайне, типа, постояли в этом ожившем пламени и просто умерли. А еще знак огня уменьшается прот. Если то есть и то, и то. Знак не уменьшается прот. Разве нет? Меня в первый раз так же убило просто со знаком, но не было. Знак огня уменьшает отхил по тебе просто, и все, и скорость коста твоего. Так я и логнусь, у меня дон забагался. Вопрос. Вихрь друидовский работает на моба? Какой? Смерч. Нет, на народ смерч. Говорит, да. Да, работает, я проверял. Ну вот смотри. Я одного копневал, там второму сверху. Смотри, как сделать проще. Разбойников оставить в этом куполе, чтобы они не сдохли. Они на босса нажмут ложный выпад. Это минус 50 АВЕ по ним. Там никто не сдохнет, по сути. Этот самый... Друиды... Три друида назначить. Один справа, один слева, один сзади. По случайно, ну, по направлению. Случайного моба берут и дают ему вихрь. Это три вихря. Три вихря. Три моба останутся в вихрях, 7 взорвутся. Но они никак не шотнут рейд. Короче, этот, еще раз. То же самое делаем, только сейчас. Роги стоите под боссом, все стоят под боссом. Под боссом. Йена, контролишь моба вот с этой стороны, который будет, где звездочка. Не факт, что он здесь будет. 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 Этот, кислый сзади приоритет. Я справа стою. Сзади ты под боссом будешь в этот момент проходить. Ты будешь под боссом ходить, тебе главная задача сзади любого моба законтролить. Монород, твоя задача справа законтролить моба. Дальше Каздум с Делорусом любых рандомных мобов, которые будут сзади. И плюс этот. Плюс я сам дам еще повесть. Даю проверку. Сейчас должно взорваться 5 мобов. Еще раз уточню, на первый вот этот, первые 10 мобов Сакру дает Кават и Купол, да? То есть два вот этих, да. Дефа и еще мастера. Да. Все, поехали. А там по одному мобу сольем. По готовности пуля.
Тяжеловато просидеть. Забираю? Нет, 5. Заберу на все. Теперь стоим. Все. Забираешь? Забираю. Каст. Каст. И готовьтесь ближе к боссу. Че под босса все сразу? Там где лужи, там и мобы будут. Хиляем. Вот это да. Все нормально. Прохиливаем. Где мы прохить? Забираем. Каст. Встали на такую же позиционку. У меня 9 секунд. Через 8 секунд забыл. 2 стака только. Пять. Что-то это забери. Забирай, забирай. Каст. 26 секунд. Готовьтесь под босс. Под босс и стали. Стан, дайте замедление, помогаем все прийти. Жмись. Пошла, пожми. Гриппы типа одному. Могу сейчас. Ставка не надо, подождите. Перед кастом в следующий раз кто-то гейм на хп дайте, я сдал нормально. Все на фул. Каст, если что. Я лужи не сдавала в этот раз. Ну а теперь КД купол у него. Что? На сегодня хватит. Короче, я понял, как надо. Надо два протовара точно. Ну, стаков уже слишком много. Да не стаков тут дело. Блин, ну, чё? Не, ну все выживается нормально. Каст. Сейвы откатили какие? Ну-ка проверим, что там лужит. Купол 40 секунд. Я лужу стою. Нет, шивы КД еще. Сколько мобов? Хуй кто дал? Не, уже никто ничего не дает. Один моб контрольный. Два. Три. Ну они уже все расслабились. Это самое. Ну два протовара. В чем преимущество? В том, что минута 45 КД сейва этого охуенного. У него ТКшный купол тоже шивает. Танки не умрут. Если брать из расчета того, что фулл ДПС босса, фулл ДПС босса будет больше урона, то за три коста, будет перефаза на следующую. Давай попробуем еще в одном месте разливать мет. Да, Валюх, еще один разочек. Джайна будет, Леш? Да, пошли Джайна убьем. Давай разочек его еще раз пульнем. Контрольный. Не будем больше летать. Я... А пока у него 2 минуты. Пока на Джайну летим. Чё ты, я увидел. Чё ты, Лёх, думаешь про два протовара? Не надо никаких два протовара. Всё нормально и так убьётся. Чё тем же способом, блядь, все эти касты переживают. Не, я к тому, что вот третий каст, да, и у меня КД, потому что я второй давал. Таком, ну тогда, если ты за три каста думаешь, то надо мне первым давать, он купол даст на второй, и на третий у меня уже откатится стопудово. Шиве. На минуту 45 откатывается. Я уже посчитал тайминг. Вот, а чё если четвертый будет каст? Не будет, думаешь?
Не волнуйся, на четвертый каст, Меня каждый второй каст откатывает в прожинки. На четвертый каст не обязательно. Не обязательно. Ну, ты понимаешь, что с расстановкой получше сделать. Типа, как вот мы делали, например, линии стояли и перебегали. Так, чтобы всех доставали и декурсить, и хилы. Блин, ну вообще классно, когда рейд выживает.